Здравствуйте, мои друзья, подписчики моего канала, а также земляки. Всем привет! Как всегда, ваш гид по природным скульптурам Жалан. Если вы думаете, почему мое имя внизу экрана написано огненными буквами, то мое имя с казахского языка переводится «пламя». Как всегда, я продолжаю свои показы своих скульптур природных. Сегодня я нахожусь в горах Баян-Жүрек возле поселка Баласас с моим другом Сериком. Мы с ним сегодня вам покажем интересные места горы Баян-Жүрек и несколько интересных скал. Скалу Кошкара, по-русски Паран, и обезьяну Насыча. Внимание на экран. Смотрим, отдыхаем на природе и любуемся. Thank you.
На сегодня все. Спасибо, что были со мной на моем канале. Не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять свои комментарии. До новых встреч!